Хозяева приехали. Мама Клаус! На зиплане хочу покататься. А ты да успеешь, сиди, успеешь. Мы уехали, я не знаю. Я говорю, слушай, я покататься. Ну, в следующий раз покатаешься. Видишь, это был повод приехать и покататься. Да. Вот, а чего, так вот, чего. Познакомились, Олег. Девочки, мальчики, всем привет. Решили, что сегодня мы будем отправляться в разные страны. Давайте быстрее отправимся. Ничего себе. Давайте уже быстрее начнем отправляться. Посмотрите. Франция, Испания, Италия, Франция. Я просто бегом, потому что... Как у нас все получилось, Наташа? Алло? Да. Мы едем, да? Давайте бегом. Что, девочки и мальчики, круиз продолжается, что ли? Конечно, переместился по коротон. Мы сошли на берег. Голоса нет вообще. Я уехала в круиз без голоса и вернулась, и еще хуже нет голоса. Ну ладно, зато счастье полные штаны. Да, разговоров. Вот так вот все мы, видите, русский медведь с нами опять. Сейчас мы будем, значит, веселиться, рассказывать друг другу всякие байки, рассказы, я не знаю. Сейчас мы все Делиться впечатлениями. Мы немножко успокоимся. А мы в надежде, что однажды мы и с ними поедем тоже на круиз. Конечно. Я не ожидал. О, между тебя откровение. Не знаю как, но я предлагаю уже сейчас отправиться нам в круиз по Средиземноморью. С какой страны начнем? Я не знаю, Франция, Испания, Италия. С Италии. Вот я выберу. Нет, давай. Отойди, ты при чем? С этой. Отойди. Ой, давай, ты на этой круиз не можешь ехать с нами. Ты с нами не поедешь. Ты остаешься на берегу, Андрюша. Ты будешь нас встречать завтра. Это для Анечки подарочек. Мы с круиза привезли. Анечка, для тебя. Так же прекрасно. Понюхай, как пахнет вкусно. Посмотри, у Анечки сегодня даже тени в тон этому цветку. Представляешь? Вот, это нам... Такой вот подарили на красиво. А у меня даже вино красное под мою маечку. Ну да. Все под цвет. Кто собирает? Аленушка-то наша. Ой, да. Кто вино пьет из нашего вина? А мы что, мы туда отправляемся, Андрей? Так скидывали всем. В Италию. В Италию? А сыр-то французский? Не, не, не в Италию, подожди, куда? А сыр-то французский? Куда мы поехали? Уже не помню, куда мы поехали. Вот итальянская бутылка. Куда подевалась эта штучка? В Италию мы уехали. Белое вино, Наташа, белое полусладкое, по-моему, так. Ой, сыр будет, по-моему, в этот раз у нас высший класс. Нет, это другой французский сыр. Мангал. А что он такой мокрый? О, it's so wet, huh? Yeah. After rain? Yeah. Да, после дождя. Watch yourself, I'm trying to get the water out. Ой, да, спасибо. Девочки принесли сумку. Так, это вот вкусняшку, которую Алена делала, надо есть скини. Сейчас я извиняюсь, что я вот так вот. Опять Spanish River Park. Да. И круизный лайнер, как назывался? Symphony of the Seas. Он как раз причалил вон там, да. Через дорогу. Да. Ребята, да. Зашли. Мы проплатили. Они специально заплатили, чтобы сюда заехать, да? Ну. Да, по-моему, вы заплатили. Тормознул. Ну да. Вы же здесь хозяева. Мы вызвали. Да. Капитану позвонили, сказали. Роб, капитан Роб. Капитан Роб. Да. Давай, говорит, сюда наших дорогих гостей. Ну да, Андрюшка, да, он вообще да. Просто так сделал. Ну да, у меня здесь все просто, потому что все схвачено. Мы наладили все связи, ну, да. Все хорошо.
лайнер стоит, мы сейчас немножко Слезно, покушаем, важно, колпаке, перекусим, делать, все, когда стемнеет, мы отправимся дальше. На самом деле, ребят, я хочу сказать, что мы безумно рады, что сегодня вот так вот неожиданно мы с вами собрались. Да, это супер. Это, знаешь, даже сейчас переполняет эмоции, нужно немножко сделать выдох, пойти подышать. Да, что нам делать целый день? Просто пять. Да, позвоним, как договоримся. О, давайте. Хорошие мысли. Винсент. А Винсент, за Винсент до ладошечки. Давайте, ребята. Ребята, за встречу. До встречи. До встречи, да, давайте. Просто очень. Просто постоим чуть-чуть. А здесь не запрещается? Нет. Запрещается. Компоты. А при этом надо бутылку нам вот эту. А это вино? Да. А ты еще подымай вишу. Да, зачем ты? Они будут знать? Нет, они про это не знают. Это политические, да? Хорошие. Давай. Ну, смотрите, там какой-то еще месседж. Ребята. О, это для тебя там. Ребята, 3-4. 3-4. Ура! Ура! Оле, 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 оле! Россия! Латвия, Россия. Ну, кто еще? Америка, да? 4 страны. Да, да. Да, Наша молодец. Интернациональная команда. Мы кричалку просто кричали. У нас Латвия, Россия, Америка и Северодвинск. Это отдельная республика. Это вообще, что ли, не Россия? Это отдельная закрытая республика. Да, закрытая. Кракер с сыром и с фиником. Говорят, очень вкусно. Никогда так не ела. Угу. А что это, вот на прикуску, да? Ну да, только так в косточке. Готово. Сейчас будет фаер-шоу. Так, девочки и мальчики, все смотрим фаерворкс. Давай, Андрюша. Ну, Андрюха, зажигай. Покажи. Как небо можно осветить. Страшно, поехали. И раз. Поехал. I can try if you let me with our lives. I am bleeding. Who am I without stories that aren't mine? What I did to achieve you gave me thought I had to. I'm untrue, it's not pretty, the truth hurts. Нам были на египетской, нам потом мы ходили на другие горки, а и самая страшная была горка. Неужели на нее пошли? Это, Наташа, не про... я Мы не ходила. Просто пошли. Они не просто пошли. Мы знаешь, ее, как... можно сказать, изнасиловали. Они ее, правда, насиловали. Они спускались, тут же бежали опять. Неужели вам было не страшно? Это просто. Это какие-то дети камикадзе. Это же 90 градусов просто. Да, летишь просто, даже не чувствуешь, что ты в кресле. Да, да, да. Она такая приятная, комфортная, да? Нормально. На некоторых горках на страшенных катались по 7 раз. Просто, знаешь, уже дети в вагоне. Они выбегали. Очередей не было. Мы так подобрали, что закончились каникулы. И вообще в парке максимум 5 минут. Андрюша, да как хоть ты не боялся? Ничего такого страшного. Мне самое понравилось, это Тайгер. Новая горка там открылась. Я на ней катался 10 раз. На Тайгере 10 раз? Да. Вера, а ты смотрела, как Андрюшин рассказ про клубнику? Про любовь? Да. Да. Любовь? Это у него... Это было что? Это famous, да. Famous. Моё любимое видео. Чего? Так вы покупаете, клубнику зернышками, нет? Надеюсь, вы не выковыриваете зернышки с клубники. Нет. Нет, мы знаем цену любви. Цену зернышком. Зернышком, да. По Андрею рекомендации. Thank you.
Russian beer. Yeah. Russian beer. Русский медведь показывает у нас, как делать мясо. Очень просто. Соль. Так, соль. И перец. И все. Самое главное, хорошее мясо. Да. И самое главное, да, хорошее мясо. А мясо это очень хорошее. А может на кусочки сразу разрежем или где? Нет, ты что? Да? Ты что? Нет. Ты что говорит? Значит, а в чем фишка? Фишка? Фишка в чем? Ты кладешь мясо со всех сторон его. Как бы запечатываешь, зажариваешь, и внутри остается сок. А-а-а. Вот в этом вся и фишка. Все понятно. То есть потом остается внутри такое медиум, да, розовенькое такое мясо с соком. И вот это вот вкус, он мягкое мясо, вкус незабываемый. Да, видите, какой толщины? Покажи толщина. Толщина, кстати, это не очень большая. Это не очень большая. В прошлый раз были больше. Так, смотри, что мы делаем. Это мы все уже помыли, кстати, да, чтобы мы все не протерли. Говорили, что мы на грязном. Все протерли, очень было много грязи здесь, оставили люди за собой. Вот. Я это делаю, чтобы по бокам оно запечаталось. Ага. Чтобы сок не выходил, жирок немножко, чтобы растопился жирок. Угу. Чтобы это было вкусно, потом его кушать. Вот. Как надо правильно мясо запечатать. Два маленьких, хорошеньких Санта-Клауса. Маленькими не назовешь, конечно, но... Так, Vincent, you're so cute in this hat. Oh yeah. It just I don't know why you have that seams here. Давайте пока мясо жарится. Yeah? А мы тут. Надо хоровод давай, уже водить. Да. Давайте уже танцевать все вместе. Слушайте, давайте точно хоровод. Вкусная была. Сейчас у нас смотрите, сделаем. Как он делает виртуозно. Ну, это немножко такие секреты небольшие такие. Здесь надо его немножко со всех сторон. Чтобы мясо не вытекало, да? Чтобы сок. Ну, прям чуть-чуть. То есть как вроде защиту делать, чтобы ничего не вытекало? Упаковочку. Должна быть упаковка. Все, засекаем время, ребята. 10 минут. Да? 10 минут – это максимум. Это все ты уже подготовил? Сейчас 10 минут уже будет на готовности. А? Medium rare. Four on each side. Да. Four, five. Okay. Кто-то время засек? Я. Средний у него. Все, а девочки, смотрите, какие красивые у нас там. Да, они действительно золотые. Ты видишь, какие красивые, какая семья-то приехала, да? Подготовились. Красивая такая, да. Конечно, там золото. This, да, как-то измеряешь. This is what you had. Завтра. Yesterday. Ждем. Мы веселые медузы. Мы большие, как арбузы. This is what we had last night. Он говорит, а то, что мы ели говорит, прошлой ночью на круизе. But this is real. Он говорит, ну это говорит, настоящее. Это даже не VIP. Все хорошо? Да, там музыка такая шикарная у нас играет. Где? Ну там вот. Там вечеринка какая-то. Там вечеринка. Сейчас будет более красивые. И у вас тогда шифровки купать. Так, Вера, танцуй. Купили мы. Я шлепок. Да. Слушай, я купила кроссы, такие удобные. Они с такими, как типа пумпурышечками, как массаж. Танцуем. Да, и вот у нас. Мы пошли, потом пьем. Единственное, что как вы вначале думаете? Надо пить. Давайте тогда сперва пьем, потом танцуем. Давай. А вот уехать дальше не можем. И курма, и огурчики с помидорчиками, и сыр, и фисташечки. Нужно срочный переезд. Вино шикарно. Да. Уже у нас танцы. Италия заканчивается. Пора на Францию. Вера, what is this? This is a... Давай, Вера. This is a хурма. 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 Yeah. Хурма. 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 Yeah. 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 Хурма. 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 Yes. Yeah. Хурма. Хэ, хурма. Посмотри, я хороший учитель. Хурма. Хурма, он говорит. Хэ. Нормально. Хурма.
Ну, я думаю, может, Хурма. Очень чисто. Good. Ужас. Ужас. Хурма. Хурма, we're flying. Хурма, we're flying. Flying, хурма. Видишь, какой я учитель? Да, сколько много слов уже видится, знает. Хурма. Хурма знает. Like you say, хлеб. Хлеб. Bread. Хлеб. Хурма. Хурма. Yeah, the same letter. Хэ. Хурма. Хурма. Хэ. Икс у нас. Ты мне расскажи, твоей дочке понравилось в Америке? Моей дочке очень понравилось. Она впервые в Америке? Очень, да, она была впервые в Америке. Что и понравилось? Я, Оле все понравилось. Она говорит, как будто я очутилась на другой планете. Правда? Да. И, ну, она ожидала, что будет как-то немножко, ну, некомфортно себя чувствовать. Она приехала как дома. Говорит, да? Я вообще как дома. А когда мы уезжали, я ее провожал, она сказала, это был он... All inclusive. Ну да, ну то есть как бы, естественно, она приехала же не куда-то там в отель, да, приехала к нам, и у нее только на билет она потратилась, и все. Остальное у нее было все включено. На самом деле, как Андрей сказал на другую планету, он сказал, я приехала, мне не было ощущения, что я приехала в чужое какое-то место. У меня было ощущение, что здесь все абсолютно родное. Ну потому что она приехала к родным. Возможно, именно поэтому и было такое ощущение. Но она говорит, все такое, говорит, удобно. Говорит, очень комфортное, везде, говорит, все как для удобства. Вот это она как бы очень заметила. Еще знаешь, что вот, ну, я помню, я даже на камеру спрашивал, как вот ты спрашивала, а она, ну, как бы, понимаешь, она не может выразить все эмоции, не знаю, как это все сказать. Подобрать. Ну, да, она такая, ну, хорошо, все. Ну, то есть на камеру она немножко... А у самой эмоции да, типа... На камеру, видать, она немножко... Кстати, ссылочка на канал Алены и Андрея, на канал Верочки будет прямо под видео. Я поставлю в описании под инфобокс и еще в комментариях также закреплю. Так что не спрашивайте у меня, где на канал зайти. Вам говорю. Вон там. Там. Внизу. Вот там. Там. Не знаю как. Так? Да. Нет, так не надо. Лучше так. Вот так. Пальцы. Вот так. Вот им там. И вот так делаем еще, ребят. Делаем еще. Вот так. Вот так. Обязательно. Смотрим вот туда. Делаем вот так и смотрим вот туда. Не забывайте нажать на колокольчик. Обязательно. Вера мечтала все вправо. А вот мой маленький колокольчик сидит. Хурма. Ума. Хурма. Хурма. Ху. Наташа. Ху. Ху из ху. Наташа. This is хума. Хурма. Я вам не знаю ху. Курва. 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 Не надо, вы научитесь. Курва. Ужас. Ужас, курва. 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 У нас скотина, курва, это, ну... Скотина, курва, ужас. Скотина, курва, ужас, in one department. Нормальную тарелку, да, чтобы не прожглась. Есть такая тарелка у нас? Готово, готово уже, можно там. Делаем последний штрих. Эту сторону я не солил и не перчил эту сторону. Специально. Чтобы жирей был вкус. Так. Люблю это делать поперчили, в самом конце. Посолили. Это лучше всего вообще. Угу. Как я рада, что я вас вижу опять. Ой, Наташа, как мы рады. А как мы рады. Ты знаешь, у меня эмоции зашкали. Я уже себя ловлю на слове, чтобы мне надо успокоиться. Давай. Это песня такая есть. Все праздник хорошо. Нам приходит. Праздник нам приходит. Да, праздник нам приходит. Зайчики-то наши. Так, теперь смотрите. Нужно минуты 3-4, чтобы это все отдохнуло. Да, покажи мне тарелочку. Оно пожалуйста. Должно отдохнуть. Ты посмотри, какой запах. А слышишь, как оно разговаривает? Послушай. Разговаривает. Ой, как оно... Точно, что оно разговаривает. Что сказал-то? Говорит, вкусная я вкусная, кусите меня быстрее. Давайте, ребят, полетайте, я следующий. Ой, а запах? У тебя современная камера? Запахи передают? Ну, конечно. Ну, нюхайте. И еще можно телепортироваться и откусить кусочек. Кусайте тогда. Девочки и мальчики, все для вас. Нюхайте, кушайте. Вместе с нами. У нас получилось так, что у нас круиз не оборвался резко.
и значит не так больно, потому что мы немножко сделали такое продолжение. И сейчас уже мы разъезжаемся по разным местам, но не сейчас, я имею в виду, когда закончим. Но все-таки, знаете, не отрезалось вот так. Но вообще мы очень скучаем по нашим девочкам, по девочкам по нашим, по Леночке с Джоном, по Танечке, по Наташеньке, по Раушанчику с Рустам Ринатом. Я все время хочу назвать его Рустамом, потому что у них сын Рустам. Я с ним делала интервью. Кстати, я хочу вам сказать, те, кто не видели интервью с Рустамом, с Раушан сыном, и с Рината сыном, посмотрите, у меня также будет ссылочка на это видео под этим видео. Господи, ты только не забудь бы, какие ссылки я обещала-то. На самом деле усталость, конечно, есть у нас, И лицо у меня еще не спало, да, немножко текло. Но все это пройдет и будет здорово. Ребята, так вот, дайте я расскажу, по какому поводу ко мне вчера зашел хороший джентльмен Джек. Так. Он очень хороший, 0,75. Вот вообще, это его IQ. Повод нам рассказывай. IQ. А повод был, он меня ждал, чтобы зайти в гости, он ждал порядка, наверное, после интервью, это сколько было? Наверное, месяца три ждал он меня. Да. Он меня ждал 3 месяца. Чтобы зайти ко мне в гости. И вчера я получил сертификат на гражданство. Ура! Вот. То есть теперь... Ура! Теперь he became American. Да. Теперь мы... High five! Да. Ой, Андрей! Давайте. Я думаю, предполагала, но... Да. Все, у нас теперь русский медведь превратился в американского медведя. Нет, в гибрида. Дети, Анечка, тебя тоже поздравляют. Анечку тоже можно поздравить, Андрюшу тоже можно поздравить. Анечка так скромно сидит. А меня, когда приедете, когда вошла Аня в следующий раз, здесь остановится. А следующая Алена. Какие интересно мне. Да мы и так уже американцы. Ну да. Уже 10 лет назад. Ребята, за хорошие. Ребята, какие вы молодцы. Андрей, это такой повод. Да, это было классно. Я одел костюм, надел галстук. Ой, какая красота. Ребята, и главное, что... И торжественно... Чего ждали? Подал 3 месяца назад. Нет. Нет, я на самом деле подал, 30 января я подал документы. Так. Где-то через пару недель у меня забрали отпечатки. Супер. Летом я прошел интервью, да, в августе месяце. Вот, и мне пришлось ждать около 3 месяцев, наверное. И с копейками. Около 3 месяцев. И самое главное, приходит этот день. Нет, еще не пришел. За день до вручения сертификата, да. Раз такой звонок. Звонок такой. Конечно. US government. Да. Я такой раз, занял. Телефон позвонил тебе. Да. Телефон. И человек говорит: у вас назначена церемония на 12:30, да. У меня по документам, да? Да. Но она переносится на 11 часов. Раньше? Да, то есть. За ним не могли прям по тебе соскучиться. Да. Ну что, я предлагаю спеть песню. И вот в 11 часов. Ну-ка давай, мы не знаем. Я не знаю, только два слова знаю. Ну дальше Америка. Америка. Давайте. Америка, Россия. Америка, Америка. Медведь теперь среди нас. Все. Молодец, поздравляю. Дело сделано. Дело сделано. Андрюша, все. Все. Вера. Да. А, наверное, тяжело вот приезжать домой, туда, где снег. Отсюда. Ужасно. Я вот сейчас просто представляю. Я не представляю. Не представляю, честно. Ты приедешь, там серость. Ужас. И тебе в лицо прям дует ветер. Ужас. Снег. Не говори мне, мне плохо. А мы здесь плачем. Ужас. Я не представляю. Это вообще, конечно. Ну а что делать? Родная, родина. На самом деле, да. Любимая, там родные люди. Нет, все это все понятно. Ну просто контраст вот такой вот. От лета до зимы резкий, да? И мы же как от лета? Мы проходим осень, потом мы идем к зиме. А тут резко. Резко, да. Просто с богам, от колхозного богамов. С колхозных богамов. И сразу раз. Майами. И сразу, нет, даже нет, не Майами. Сразу раз и в снег я имела в виду. То, что я, да, сейчас... Вера, ты выпила слишком много, тебе больше не надо. Сури, я еще не допила. Вот, да. Но я тебя поняла, мысль до меня дошла. Я представляю. Я же тоже, я знаю, как это. Просто очень резко перепад от солнечного. Температурно. Да. Ну, представь, здесь плюс 30,
А там минус 30. Ну, 30 еще может не будет, но минус 10 может быть уже будет. Нет, так еще снег-то ладно, а если приедешь, так там все еще растаяло и слякоть, это вообще... Ой, это вообще пипец. А я все это знаю. Да, ты проходила эту школу жизни. Ну, а что делать? Ну, все равно родная, как говорится. Вот. Ну, да. Люблю Гадюкина свою. Свою Гадюкина, а конечно. Гадюкина Латгарию. Гадюкина. Латгария? Латгалия. Латгалия. Да, Латгалия. Не, ну, а родной. Кстати, Наташе Лебедевой привет. Да. О, какая думала. Наташенька Лебедева. Вспомнила про Наташеньку. Да, зайчик мой. Да. Слушай, мы еще, честно говоря, не готовили еще ничего на терке, но как начнем, так сразу обязательно будем показывать. Показывайте, да. Но мы каждый день ее достаем и вспоминаем. Любуемся терочкой. Да. Наташенька, кстати, писала, пока мы были на круизе, она смотрела наши серии. Да, и писала, ой, я видела вы там. Передавай Винсенту Наташе привет. Да. И вот я тебе передаю сейчас. А ты сама первая передала, молодец, умница. Ну, конечно. Вот. Не, ну, да. Ну, круиз у нас был шикарный. Кстати, у нас с Наташей Лебедевой, мы едем в апреле в круиз. Ничего себе. Да, нет. Из команды девчонок из Латвии. Я Винсента уговариваю сейчас, я уговариваю его. Может быть, и мы с Винсентом поедем в Барселону. Я очень мечтаю. Да. Я вообще просто, я считаю, что мечты, вот у меня же во вселенную, как я подумала. Ну, вообще, что я скажу, то и будет, но Винсента надо подготавливать. Да, ну ты молодец, ты серьезно. Винсент, мы едем в Барселону в апреле. Бусинка. Она молодец. И так ему так потихоньку он вначале сопротивлялся, а сейчас уже, ну, maybe. Так что, может быть, это у нас будет в Барселоне красивый круиз. Через туннель. Да, сейчас мы будем через туннель. Ну, вообще, конечно, мне долго-то без Верочки не прожить. Не, ну представь, что делать-то мне? Это ж, ну ладно, максимум вот 3 месяца. Максимум. Да. Да, потому что в апреле, представь, Барселона, Марсель, Франция, Неаполь, Гена, Мы еще в гости к Раушан поедем. Да, в Казахстан. Она нас пригласила. В Алмату. Она сказала, не дай бог вы не приедете к нам. А Ренат вообще сказал... Если не приедете на соколиную охоту, буду охотиться за вами, сказал. Да, или сэнкью, или соколиный пух, жара июль. Да. Да, и сказал, ой, как... и сказал, там сокола такие внимательные. Внимательные сокола. Соколы. Сокола. Ой, ну вообще. Я латышка. Ну мы же колхозницы. Колхозница латышка. Нам все можно, на да. все. Да. О, наконец-то. Эхо такое, туннеля вышли. Мальчики, ну все, Верочку проводили, нас проводили, и мы едем домой, уставшие, но довольные. Насмеялись просто вообще. У меня и так голоса не было, так вообще потерялось все, что осталось. Но это все не беда, это все такая чушь. Я и без голоса буду счастлива. Все, спасибо вам, что вы были со мной. Нам ехать еще 3 часа, но мы будем скоро дома. Всем пока, Винсент. Yeah. Всем пока. Пока.